Тик-так, тик-ток. И здесь причем начало. Привет всем, YouTube! Давно не виделись с вами, давненько не ходили ролики по ТикТоку. Все потому, что я отдыхал в Дубае, но вот сегодня, прямо сейчас, здесь я на стриме, и мы будем смотреть ТикТок вместе с вами. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. Дизлайки можете не ставить, потому что я все равно их не вижу, это какая-то новая функция Твича. Погнали. Собираем 1 000 000 лайков, и Егор смотрит 24 часа ТикТок. Нет! Вайп чёс. Эй! Ты назовешь меня попсой, для твоей малышки я люблю. Я не директор, бро. Я босс. Я босс. Что, у всех? Я помог Фенди, чтобы не загнулись. Думали... Я помог Фенди, чтобы они не загнулись? Что вы думаете по этому поводу, ребят? До свидания, скип. В моменте больно. Что это было? Ну, наверное, это было логично. Блядь, а почему я на каком-то... Бля, просто странно. Если посчитать, ты проебал 2-0. Эй, Эрик, ты бы не верил, нет. И ты тоже не верил, нет. И ты тоже не верил, нет. Вот теперь с открытым то. Там было написано, что люди верят в хэппи-энд, но хэппи-энд обычно происходит на массаже. Так, смотрим. Масясь? Она бизнесмен из Москвы. На ней сидят строгие очки. Простите меня, а что это такое? Что происходит здесь? Подарки, блядь, не дарить. Особенно дорогие. Играет громкий... Вы понимаете, ребят, что мы занимаемся не тем в жизни? Вот нужно просто лежать на диване, чтобы нам донатили, и мы типа, блядь, играют громкие звуки. Ночью на эмоциях проявляю симпатию кому-то. Боже, чел, я это парафлянчику отправил. А вы проявляете ночью эмоции кому-то? Я ночью играю в КС. Я тоже, как бы, ночью проявляю эмоции больше к своим тиммейтам, которые, как бы, блин, защищают бэпленд. Там вот эмоции сумасшедшие. То есть ты не хочешь сейчас выйти, да? О, это грустное видео, я видел это видео. За кулисами. Нет, вообще никак. Ты не готов. С детьми, я не знаю. Сказать ты что, ты ей готов, она тебя слышит. Дети красивые, вот. Чтобы мы закрыли эту тему, опять же, вот, да или нет, здесь папа, который хочет к тебе обратиться. Ставим это или нет? Папа. Прикол! Это мозга! Жесть! Я в шоке! Я только по... Нет, это круто! Я тоже только по телеку, типа. Круто! Ужас! Это прикольно! Короче, я не знаю, как к этому относиться, если честно. Я, типа, не понимаю, что бы делал я на его месте. Ну, опять же, тут сугубо выбор каждого человека. Встречаться с своими там родителями, которые когда-то тебя сдали в детский дом. Короче, я не знаю, но в любом случае это его личное дело. Качокупай самый сладкий вайп. На моей коже ты та-та-тай. Качокупай тебя емонгай. Сладость. Мне платят большие деньги. А сколько, кстати, заплатить? Много, я не могу разглашать. Но... Бля, я могу. Я же могу. 200 000. Ну... А что нужно? Нужно фильтровать? Нужно фильтровать, эй! Нужно фильтровать эту воду на свиданиях. Я думал, типа, ну... Я думал, только подъебывать надо. Я вот не могу одного понять. Вот как мне попадаются тиктоки Вали, если я у нее в блоке везде? Блин, честно, вот без приколов, я очень сильно хочу увидеть вот эту пару. Вот без приколов, Даня и Женя Медведева, это прям вот one love.
суперская пара, и мне кажется, они идеально друг другу подходят. Насчет того, что встречаются они сейчас официально или нет, я, если честно, пока не знаю. Вам, ребят, как пара? Классная девочка. И Даня харизматичный парень. Я думаю, нормально. Я думал, что скажешь, классная девочка. Ну и Женя хорошая. Короче, они классные ребята, классно смотрятся. Я очень надеюсь, что они будут вместе, потому что Жека, она взрослее Дани, она многому его научит. Андрей, это Кондрашов диктант. Эпик, начнем. Руки на стол, телефоны на парты. Продиктую вам целую мантру. Вы же базаете, дайте тапками. Я пробиваю огонь. Здесь он чувствует, Вася. Они говорят, это похоже на огонь Влада. Типа тротуэ, тока, тупо, дебютанты. Давай, не готовы, бега, набегай, бега, тебе бой, бега, 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 это не прикол, пацан, дрыгай гонца, ты готов, манзай, стариков назад, и пинком манзат, это польный пах, на буду польный маха, буду польный маха, буду мне голову, пупа, да, это вам без вот, где ты из тех, кто любит, дрыгай соус. Дядя, слышь? Но это лайк определенно. Я узнаю, что у моего бывшего молодого человека новые отношения. Красивый септум. Так. Из ТикТока я это узнала. Так, 1 000 000 лайков. Жахнуло не по-детски мне, конечно. Я так понимаю, у меня была паничка, паническая атака. Я сидела... Ой, сестра. Паничка, это ко мне. Я тебе все расскажу о них. За столом, в кругу людей. День рождения тут у всех происходит. Они что-то радуются. А я перестаю их слышать. Я не слышу никого. И слышу только свое сердце. Я встаю такая из-за стола. Это был частный дом, и я хотела выйти во двор. Иду к двери, хватаюсь за ручку. И вот так вот просто дергаю. А она не открывается. И я в шоке просто. Я побежала в туалет, потому что он был открыт. Побежала, закрыла дверь и просто села на толчок. Меня придавило. Вообще-то боль была... Бывший молодой человек мне писал, интересовался моим состоянием. И как-то я позволила этому укрепить мои ожидания, что, может быть, как-то все-таки... А выяснилось, что человек уже в тот момент уже находился в отношениях. И когда я это сопоставила, мне очень хотелось кричать. Я узнаю, что у моих... Видимо, это же задалеко. Спасибо за 20 подписок уровня 1. От души, кулка. Уклонился. Я с первой раздачи поймался. Привет, это режиссер и продюсер. Я узнаю, что... Если честно, я что-то вообще половину не понял из ее видоса. Типа, короче, она узнала из ТикТока, что ее парень встречается с другой девушкой. Угу. Он ей написал. И она такая, ну, наверное, мы будем вместе. А оказалось, что он уже был в отношениях. Да. Угу. Да еще в какой-то момент ее придавило. Пол под ногами пропал, да. На туалете придавило. Понял. Привет. Это Габар? Реально Габар. Что? Это эффект какой-то. Оп. Реально? Та-та-та. Нифига. Стреляй. Па-па-па. Убегаешь от меня. Смотришь мне в глаза. Грата. Та-та-та. I'm Putin. I run it. I'm laying them on their back. It's today. No, because I realized like I was like, man, I'm like young Putin. Until I realized that culture is a form. What you say? No, what's funny? Your reference to Putin is. Да, что он за тип, честно, сильный, очень сильный. Кани это самый сильнейший, мне кажется, человек, и у него охуенные очки на этом видосе. В то время написал Сальто. Сальто. Да. Переводим инстасамку на немецкий язык. Погнали. Давай. Из Буда. Geld riechen Pisse ha, Birkentasche Nuba, Geld Stringer, Stringer, in Tragen Tangis Kapital, Safte Gary Geld ha, Schlampen in Saftigen ha, Schwämme ha, Schwämme ha, Schwämme geben hell ha, die Mute auf Dollar, ab. Ja, aber. Хочу Юлю обратно. Ой. Фишка с Тейлором висит на мне за сотку. Но я все еще отличная девчонка.
береги, как я вставила в закол. Sosa music, baby, я до пара, и он. А почему там писать fake body, если там не было body даже? Я тоже самое хотел. На всякий случай, брат. Может, она имеет в виду не тело, а body, понял, которое женское? Я не понял. Ух ты. Хорошо. Я в GTA так делаешься. Да, блядь, все в салон улетело. Я в GTA, мне пох. Ебать, вкусно, сука. Зеркало отлетело, ёб... Бля, Литвин, вот такой, вот я к нему очень круто отношусь, но у меня такое ощущение, что он скоро, блядь, я не знаю, дома сжигать будет, понял? Типа, блядь, просто... Всем привет, сегодня я взрываю вертолет. Забей. Дымом надышавшись, прибила, сломал шасси по шоссе. Ломаю претендентов на мое счастье. Ну, очень красивая девочка. Я люблю тебя, напиши мне. Если вдруг увидишь это видео, то напиши, пожалуйста, Степану, он тебя любит. А можно так же? Да иди вайф, я люблю тебя, напиши. Даня Милохин. Не, Даня уже занят, брат. Даня занят. Прости, брат. Кто смотрел, кстати, новый трейлер Человека-паука? Думаю, будет разъеб. Я надеюсь, что будет Веном в Человеке-пауке. Если Венома не будет, я очень сильно расстроюсь. На этом все. Я вам так хочу сказать. Напьемся и будем плакать их. Всех тех, кто не любит. Вез, как я давно не слышал этот звук, рек. Трек. Ты так понимаешь, это ее трек. Гоним у микро, зацени дерьмо. Мощный как кинг-конг, прыгай как пинг-понг. Не можно стерео, курю дерево. You can't punish people for... Нифига, у него глаза грустные здесь, ну-ка. You can't punish people for mistakes. You have to forgive people. And a big part of that, you know, is forgiving yourself. We don't forgive ourselves for stuff, and it makes it impossible for us to forgive. Блин, вот здесь я с ним согласен, на самом деле. Я вот, типа, умею прощать. Многие люди не умеют прощать. Пацаны, вы умеете прощать? Я не знаю. Нет. Я знаю. Я 100% знаю. Мне нравится, что только что в чате кто-то написал. Ну да, Канье топ. Это Уилл Смит, ребят, это Уилл Смит. Снизу такой тикток разъёбный будет, Игорь. Ну подожди, давай на серьезные темы говорим. Нужно уметь реально прощать. Ладно. Нет, ну пацаны, правда. Нужно уметь прощать, даже за самую жесткую хуйню. Влад, я тебя прощаю. За что ты? Я тебя тоже, брат, прощаю. Привет. А когда я бэп проёбаю? О! Не, ну за эту хуйню я не буду прощать. Other people. Я знаю. Что это за прикол снимать? Вообще на фоне. На фоне Моргенштерн. Что, как думаешь, они замутят в итоге? Смотри, как он её обнимает. Они ещё не замутили? Не знаю. А вы уже замутили? Вы уже вместе или нет еще? Или у вас еще конфетно-букетный пока? Об этом мы вам расскажем в следующей серии. Такой замес. Понятно. Ладно, хорошо. Куда пошла, дядь? Куда бежишь, блядь, дома? Что ты загналась, слышь? Если бы ты... Хочу поставить... Тебе нужен принц на белом коне, я им не являюсь. Я затворник, меланхолик, но с тобой я улыбаюсь. Я, кстати, слышал эту звук. Хотел бы под него снять что-то. В избранном. Научи. Пиздец. Блять. Пиздец, нахуй, блять. Бля, это мои эмоции на самом деле, не? Просто при просмотре. Блять, ничего просто не спрашивай.
Мне биологичка задала сделать ответы на вопросы после параграфов. Я нахожусь на карантине, и она мне такая: чтобы получить оценки, давай отвечай на вопросы после параграфов. Я, блядь, все сделала. Скидываю ей 10-11 ответ на вопросы, все. Думаю, блядь. Ну, у меня такая привычка, блядь, пересматривать то, что я отправляю учителям. Должна материться. Зашла, блядь, пересмотреть. Я, сука, скинула ей все эти параграфы и фотку своей жопы. Зачем, блядь, как? Как мне теперь эту суку удалить в майле, чтобы она не увидела, блядь? Пиздец. Блядь, не... У меня так же было. У меня тоже. Нужно скинуть параграф свой. Ням. Схавал врагов, будто кеш. Вкусно. Видишь меня, пиши слэш. О, бля. Брюлики слепят, как флешка. Да я орел. Я считаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Артур чисто с карбоном прямо сейчас дарит 20 подписчиков. А, ну, в принципе, 20 подписчиков, да? 30, поздравляю с подписчиками. 20 подписок уровня 1, поздравляю всех тех, кто залетел, не поймал. Брат. Спасибо за подписку, братик. Нет, кого ты обманул? Кого ты обманул? Ой, как я ее люблю, дядь, она такая классная. Вы я поняли, хочу с ней вместе все Киро поиграть. Смотрите, по-моему. Это не Саша Грейт, а пан. Да я понял, да. Ты понял, кто это? Похоже. Чудо-женщина играла, нет? Да. У нее имя и фамилия красивая. А это ее ТикТок? Галь Гадот. У меня одного не... Прикольно. 2.5. Прикольно, да, когда ты чудо-женщина и у тебя свой ТикТок? Не сиди. Сколько... Блин, вот что она опять будет падать, конечно, я к этому не готов, я не готов это смотреть. У меня прям мурашки пошли, если честно, слышишь? Угу. Мурашки? Да. Давай, малой, жги! Что ты не мой лапушок, а я не твой Андрейка. Что ты любви у нас тело батарейка. Ой-ой-ой-ой-ой. Батарейка. Ебать! Эрик хотел, да, туда сейчас разъебать? Конечно. Ну, Эрик, переезжай в Москву и прилетим с тобой на концерт в Playboy Kart с удовольствием. Реально? Да, конечно. Поставили бы. Они хором говорят чоу, говорят чоу, да нах. Что? Совку? Твоя, блядь, сейчас со мной. Поверь мне, это не любовь. Выходите. И все, я на себя положил. Вчера он бородатый здесь. Сыним. Не относите в печь, мне не верила. Понял фер, весь мой склад будто перила. Это определенно лайк. Как чокопай, самый сладкий вайп. Нам не... Ты... Я уже перезаходил, гайз. Слышь, ты
Даня, Даня, бедный Даня, блядь. Я люблю Бэтмена. И он узнал об этом из ТикТока. Я... Это с ЧБД фотография. С ЧБД? Охуенная фотка. Ну ты тут меньше, чем сейчас, ты раскачался. Или тут я меньше на 30 килограмм. Я считаю, все идет по плану. Это бандана. Помню время, когда не было Лего. Теперь они горят себе на члене у Олега. Леди Гага расплакалась после просмотра? Окей, ладно. Давай до первого ТикТока, где будешь. У меня крашнуло ТикТок. Это судьба. Это знак. Это юзер 58! Блядь, кто это, дядь? Я не знаю, брат, это кто-то похожий на меня. Прошло. Егор, убери статус «любимый рэпер твоей мамы».